Орденом «Родительская слава» наградят жителей Енгры, многодетную семью Юдинцевых. По указу президента России Владимира Путина за заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей. Подробнее о супругах, воспитывающих 14 детей, в следующем сюжете. Начало нового дня для Юдинцевых ознаменовалось очередным приятным событием, а именно известием от нашего телеканала о предстоящем награждении почетным орденом. Многодетная мама искренне благодарна властям за постоянную помощь и поддержку. Приятно всегда, когда даже мы детей получали от Бога, это очень приятно. У нас всегда дети радовались. Тем более, конечно, когда люди скажут благодарность, это очень приятно. Утро – самая горячая пора. Маме нужно успеть всех накормить, обсудить с ними планы на день, собрать в школу. Казалось бы, как успеть все это без лишней суеты? На самом деле для Татьяны это несложно, ведь ко всему она относится с любовью. Да и столько помощников, всегда на подхвате. Глава семейства с одним из сыновей уехал на сбор урожая. А оставшиеся дома мама с младшими идут заниматься хозяйством. Ребята, что постарше, летом сами смастерили курятник. Занимаются сами, я даже туда, честно сказать, и не хожу. В семье Юдинцевых все дети невероятно друг друга дополняют, создавая единый дух семьи. Такие разные, но такие похожие. Семейное счастье, помноженное на 14. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.